Тасули Мигдаш вешаханти бетохам. И так Бог сказал Моисею, постройте мне святилище, и я буду обитать среди вас. וזה בעצם מה שהם עשו, הם בנו את המשכן שהוא הראה להם את הדמות שלו, עשו את כל הפעילויות בפנים, וכבוד אדוני נוכח במשכן. Именно это народ и сделал, построили скинию по тому образу, который Бог показал мне Сирию, и стали делать именно те действия, которые были определены делать. ואז אחר כך בסוף אנחנו ראינו שכבוד אדוני היה נוכח במשכן. И как результат этого мы видим, что слава Божия присутствовала в святилище. ואמרתי שכבוד אדוני הזה המשיך להיות גם בבית מקדש ראשון ובשני. И потом, позднее, когда были построены сначала первый, а потом и второй храм, то слава Божия пребывала и там. אבל באיזשהו שלב זה הפסיק להיות. Но на определенном моменте, в определенный момент времени это прекратилось. השכינה של אלוהים עזבה את בית המקדש. Присутствие Бога оставило, покинуло храм Божий. וזה בדיוק קרה כשישוע נצלם וקם לתחייה. И это произошло именно в тот момент времени, когда Иешуа был распят и потом он воскрес из мертвых. ואנחנו גם דיברנו על החלפת הכהונה והחלפת הכהנים. И мы также говорили о замещении священства и служение Богу. דיברנו על זה שאם לפני זה הייתה כהונה לפי שבט אהרון ולפי שבט לוי. Мы говорили о том, что прежде все священство это было колено Ааронова, это были потомки Аарона, это было колено Левия. ופתאום אנחנו רואים שמגיע ישוע והוא נהיה כהן הגדול על דברי מלכיצדק. И вот мы видим, появляется Иешуа, и он становится великим первосвященником по чину Мелхиседека. Кеуна мимашу ахер. То есть священство откуда-то из другого места. Кеуна мод миухедет. Некое особое священное действие. Дарахага, в мише лойоде, вань лойди парти альзе памши Авраам. И вот для тех, кто не знает, и я об этом не говорил в прошлый раз, אבל כשאנחנו מדברים על מלכיצדק, אנחנו לא יודעים מי הוא, מה הוא, מאיפה הוא הגיע. Когда мы говорим о Мелхиседеке, мы не знаем, кто он такой и откуда он появился. לא מסופר על שום דבר. О нем вообще ничего не говорится. רק כתוב שהוא היה כהן עליון לאל עליון. Говорится только, что он был великим, наивысшим священником. Итак, он был наивысшим священником, который служил наивысшему Богу. אבל נגיד בספרים חיצוניים, בספר חנוך, אנחנו מוצאים עליו קצת מידע. Но в книгах апокрифических, например, в книге Еноха, мы читаем чуть больше информации о нем. ומה שמיוחד, שהוא נולד בדיוק באותה צורה, כמו שנולד ישוע. Интересный момент. Он родился буквально таким же образом, каким родился Иешуа. כלומר, האימא שלו נכנסה להיריון כאילו מרוח הקודש. Его мама забеременела от Духа Святого. ונולד ילד, ילד ממש מיוחד, שהוא היה כבר קטן, הוא כבר ידע לדבר. И родился особенный младенец, который еще будучи совсем маленьким, уже умел говорить. ובכלל שבעצם הבעל או אבא שלו, כשהוא ראה את זה, הוא לא האמין כשאשתו אמרה לו שהיא בהיריון. הוא אמר, איך זה יכול להיות? И точно так же муж этой женщины, то есть, так сказать, земной отец Мелхиседека, он точно так же сказал, как же сие могло случиться, как такое могло быть. ואז הוא גם רצה לשלוח אותה, הוא שלח אותה, הוא שם אותה במקום אחד, כמעט ולא דיבר איתה. Он точно так же хотел выгнать ее, он отправил ее в определенное место и практически не общался с ней. А чем Аллах ба, вы избил уж из-за милы. И так было до тех пор, пока не явился ему ангел и не объяснил, что все это от Бога. ואז אלוהים לקח אותו לזמן מסוים, עד שהיה מבול, ואז הגזיר אותו אחר כך, אחרי מבול. И далее Бог забирает его и потом возвращает его уже после потопа. ואז ככה הוא בעצם ממשיך לשרת לאלוהים ככהן הכי עליון.
То есть родился он до потопа, вернулся после потопа, и таким образом он продолжает служить как первосвященник, как священник наивысшего порядка. То есть, повторяю еще раз, это не написано в Библии, это все описывается во внешних книгах. Мы можем этому верить, можем не верить. Но тем не менее, есть некий образ Иешуа в этом рассказе. И мы говорим о том, что Иешуа был священником, и само священство, оно как бы произошло некое замещение. То есть в свое время это были люди из колена Леви, сыны Леви, а сегодня вот мы священники. И вы знаете, в Танахе есть очень много дуализма, двойственности. זה אומר שמשהו אחד יש לו משמעות אחד, אבל גם יש לו משמעות אחרת, לפעמים אפילו מנוגדת. То есть возьмем некую тему или нечто, о чем говорится в Танахе, и одна и та же вещь может трактоваться, может иметь одно значение и может иметь также второе значение, которое иногда даже противоречит первому. לדוגמה אמרנו שישוע הוא מצד אחד כהן, מצד שני הוא קורבן. Например, Иешуа. С одной стороны, он священник, с другой стороны, сам же он и жертва. О нас написано, что мы, с одной стороны, священники, служители, с другой стороны, мы храм. Помните, мы говорили об этом? Есть два, לדוגמה, כתוב על בני ישראל, שהם מצד אחד בן הבכור של אלוהים, מצד שני אישה של אלוהים. О сынах Израилевых, о народе Израиля говорится также в плане вот этого дуализма, двойственности, двойного смысла, что с одной стороны народ Израиля это сыны Божьи, и с другой стороны супруга Божия. То есть с одной стороны избранный сын Божий, первенец, и с другой стороны, избранница. יש הרבה דואליזם, אפילו לפעמים המשמעויות, יש שלוש, ארבע, חמש משמעויות שונות לאותו דבר. Более того, не просто дуализм здесь, не просто двойные значения, а часто одно и то же событие, одно и то же понятие имеет и тройной, и четверной, и пятерной смысл. אז הנה אנחנו דיברנו על משכן. И вот мы говорим здесь о мешкане, о скине, и здесь дается его приблизительная схема. Принципиальная схема. И вот то, что показывается сейчас, что это такое? Море. Некая емкость для омовения. То есть это была некая емкость, некий бассейн, некий большой таз или ванна, сделанная из меди, и там левиты производили свое омовение. И также там был жертвенник из меди. Мы говорили также о воротах. Сколько ворот было в святилище в Скинии? Не четыре, одни ворота. רק שער אחד, ואנחנו אמרנו שישוע הוא השער. Только одни ворота или один вход. И мы также говорим, что Иешуа о себе говорит: я есть дверь, то есть я есть вход. אי אפשר להיכנס, להתקדם לאלוהים, לקודש הקדושים, לשם, רק דרך השער. Возможно войти в святое святых, приблизиться к присутствию Божьему только через одну дверь, через одни врата. וישוע הוא השער. И вот Иешуа и есть врата. אנחנו דיברנו על המזבח ועל הקורבן. И мы говорим о жертвеннике, о жертве. וישוע הוא הקורבן. Иешуа и есть жертва. ובעצם זה תהליך, אנחנו מדברים על תהליך של כהנים, איך הם משרתים לאלוהים. И мы говорим о том, как именно они служили Богу. איך אנחנו בתור כהנים היום יכולים לשרת לאלוהים.
И как мы, как священники, сегодня можем служить Богу? И если мы следуем всему тому процессу, который был описан в прошлом, то мы сможем увидеть славу Божию в нашей жизни. Хотим ли мы видеть славу Божию? Так вот, важно нам понять, что же мы должны для этого сделать. То есть мы говорили о жертве, мы говорили о неком, некой емкости с водой, в которой нужно омываться. Очищаться. И сегодня мы пели песню о том, что Иешуа омывает, очищает нас. То есть после того, как вы приняли жертву Иешуа, вам нужно омыться, очиститься. И после этого вы можете начать некое служение. И дальше мы попадаем уже, собственно, в скинию. ובאמת, כל מה שהיום ג'ניה דיבר, אנחנו נדבר על זה עכשיו בצורה אחרת טיפה. На эту тему, и мы сейчас поговорим немножечко с другой стороны, посмотрим на эту же самую тему. אז מה שאנחנו רואים פה, так вот, что мы здесь видим внутри? זה בעצם היה שולחן, שולחן לחם הפנים, הפנים. Это был стул хлебов предложения. וכתוב לחם הפנים. פנים זה הפנים, כמו הפנים שלנו. В русском переводе «хлеб их предложения», а на иврите это как бы «хлеб лица», как вот у нас есть лицо, вот такое же слово там употреблено. И вот что же это за «хлеб лица»? Есть разные толкования. И в книге «Исход» говорится: принесите туда хлеб. Лифанай. Принесите хлеб предо мной, говорит Бог. Вазекилу лифне паним шело. То есть хлеб пред его лицом. Машмаут ахерет шезая лехем апними. И второе значение, однокоренные слова, да, пним, паним, паним лицо и пним внутренний, это однокоренные слова, то есть второе значение, как бы хлеб внутренний. Потому что там внутри есть еще один жертвенник. То есть два жертвенника. Один внешний, который во дворе стоял, и второй внутренний, который уже внутри самого мешка. И говорится о том, что этот стол, он тоже внутренний. ושם היו שמים את הלחם. И вот туда именно выкладывали хлеб. אבל אני רוצה לקרוא מה היה קורה בעצם עם הלחם הזה. И дальше я бы хотел прочитать, что же происходило, собственно, с этим хлебом. אנחנו נקרא מספר ויקרא, פרק 24. Мы прочтем из книги Левит, 24 глава, стих 5. 5 стих, Левит 24:5. Начиная с 5 стиха. «И возьми пшеничной муки, и испеки из нее 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы, и положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом». Дальше. «И положи на каждый ряд чистого ливана, и будет это при хлебе в память в жертву Господу. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное». Итак, это было 12 буханок хлеба, халы. זה לא היה ממש מתנפח, כמו שאנחנו אומרים, כי לא היה חומץ שם. И эти хлебы, они не поднимались, как мы привыкли, на дрожжах. Дрожжей там не было, закваски не было. והם היו שמים אותם שש ככה, ושש ככה. 12 סך הכל. Столбиком. 6 столбик и еще 6 столбик. תשמעו, השולחן הזה היה מאוד מאוד קצר. הוא היה מאוד קטן. То есть стол был, в общем-то, маленький. כתוב שזה היה אמה אחד. אמה אחד זה היד.
Размер его был эма, то есть это как бы локоть по-русски, yeah. Да, в старорусских мерах длины. Локоть, то есть от паруса. Рохав эма эхад, ве орех рохав эма вахэци. Это было в ширину, а в длину полтора локтя. То есть маленький столик. Большой катана, я маспит ласим шам эта лахамима. То есть тип вот как у нас около двери стоит столик, чуть даже меньше. Ваза ю самиму там, махиниму там, бе йом шаббат. И этого стало вполне хватало, хлеба пекли в шаббат. Ваз кола шавуа шалем алахамим аю немцаим ад шаббата ба. И в течение всей недели эти хлебы, скорее всего, лепешки какие-то были, да? Yeah. Они лежали всю неделю до следующего шаббата. Вебе шаббата ба анашима ю охлим эти, а коани. И уже на следующий шаббат священники, коэны, съедали эти лепешки. Вот представим себе, положили мы дома у себя хлебушек на неделю на стол. Что с ним сталось? А мацу, если положим? Ничего не сделалось с мацой. И вот говорят, что это было одно из чудес, происходящих в самом мешкане, в самой скинии. В течение всей недели с этим хлебом ничего не делалось. אבל בשביל להבין מה זה משמעות, איך זה קשור אלינו לחיים, צריך להבין מה פירוש בכלל, מה המשמעות של הלחם. И вот для того, чтобы нам понять, какой же урок, какой пример для себя мы можем понять из всего этого отрывка, צריכים להבין מה המשמעות של הלחם בכלל ביהדות. Мы должны понять, каково же значение, какой смысл хлебу придается вообще в иудаизме. אז אני רוצה לקרוא מספר יוחנן, איגרת אל יוחנן, פרק 6. откроем Евангелие Иоанна. פרק 6, אני קורא מפסוק 35. 6 глава, с 65. 35. 35. אמר להם ישוע, אני הוא לחם החיים. כל הבא אליי לא ירעב, והמאמין בי לא יצמא עוד. Итак, Иоанна 6:35. Ишо сказал им, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, верующий в меня не будет жаждать никогда. И еще с 47 по 50 прочитаем. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную, я есть хлеб жизни, отцы ваши ели ману в пустыне и умерли, хлеб же сходящий с небес таков, что едущий его не умрет. Ишуа умер, а вот шелану ахлю ман бамидбар бамеху. Ишуа говорит, вот отцы наши ели ману в пустыне и умерли. Авал умер, мишу ухал, ма шани нотенно, мишу ухал оти, у их ели тамин. Но то, что дает Ишуа, он говорит сам о себе, тот, кто будет есть мою плоть, он не умрет. אתם זוכרים, מן היה נופל כל יום, בבוקר. И вы помните, манна выпадала на землю каждый день утром. ממש מוקדם בבוקר אנשים היו צריכים לצאת ולאסוף את זה. Утром рано люди выходили, собирали и питались. אם לא היו מספיקים, זה היה נעלם, זה היה נמס. Если бы они в правильное время не успели собрать манну, она портилась и... לא, זה היה נמס, זה היה נעלם. Исчезала. Таяла. כלומר, לפני שזריחת שמש הם היו אוספים את המן. То есть до восхода солнца нужно было успеть все собрать. בכל יום הייתה מנה אחת. И на каждый день одну порцию они собирали. בהתאם למשפחה. В соответствии с величиной семьи. ביום שישי שתי מנות, לשישי ולשבת. В пятницу они собирали двойную порцию, чтобы хватило на пятницу и субботу. וללחם יש משמעות ביהדות שלחם זה בעצם דבר האלוהים. И в иудаизме хлеб трактуется как Слово Божие. Там запрем, что Иешуа я бы медбар, бы сатана я мы насел то. И вы помните, когда Иешуа был в пустыне, и сатана искушал его. Омало, что я раев, омало, та семи эвина зелехем. И Иешуа проголодался, и сатана говорит ему, ну что ж, сделай чудо, из камней сотвори хлеб. אבל ישוע עונה לה, לא על לחם לבדו יחיה אדם, אלא על כל מוצא פי אדוני. Но Иешуа парирует и
говорит следующее: не хлебом единым сыт человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И он цитирует буквально те же самые слова, которые Бог сказал народу Израилеву, который был в пустыне. Итак, почему же хлеб является Словом Божьим? Потому что Слово Божие, в общем-то, созидает и взращивает все. Слово Божие содержит весь этот мир. И когда мы берем хлеб, и когда мы кушаем его, то есть мы таким образом внутрь себя вкладываем, мы поглощаем Слово Божие. И это то, что дает нам жизнь, а не собственно физический хлеб. Ну вот это немножечко теория. И у самого слова «хлеб» есть два толкования. И мы видим, что об этом написано в Танахе. То есть, с одной стороны, это, собственно, хлеб. И с другой стороны, это плоть. То есть смысл хлеба – это плоть. На арабском, который родственен ивриту, тоже семитский язык, говорят лахам, то есть плоть. То есть, таким образом становится более понятным смысл, да, то, что Иешуа говорит, тот, кто будет есть мою плоть, он не будет жаждать, он не будет голодным снова. Несколько сложновато, даже ученики не вполне понимали, о чем он говорит. И вот, например, мы тоже здесь принимаем причастие каждый месяц. И вот мы едим мацу. וזה סמל של ישוע שהוא מת, נשבר, הגוף שלו עבורנו. ישוע, чье тело было ломимо, было поражено ради нас, за нас. שואה, מי שאוהב אותי, יעשה את מצוותיי. И он говорит, тот, кто любит меня, он сотворит мои заповеди, исполнит их. בגדול, אם אנחנו מבינים שלחם, המשמעות שלו זה דבר האלוהים. И по большому счету, если мы понимаем, что хлеб – это Слово Божие, Бог говорит нам, если вы действительно хотите мне служить, то вы должны питаться Словом Божиим. Вы должны изучать Писание. Точно так же, как манна появлялась рано утром. אז הוא אומר, אתם צריכים לקבל את המן ליום. И Бог говорил, вы должны собрать эту манну, чтобы вам питаться целый день. אז אנחנו, דבר האלוהים, בבוקר, לפני זריחת השמש, אתה צריך ללמוד את הכתובים. То есть утром, до восхода солнца, мы должны начинать с нашего утра с изучения Слова Божьего. כתוב שלחם היה כל השבוע, ובשבת הם ממש אכלו אותו. И вот о хлебах в Скинии говорится, что они лежали всю неделю, и в шаббат их нужно было съесть. И иногда мы приходим, мы читаем Слово Божие, но читаем его как газету, как историю, как приятный рассказик. Но говорится, что в шаббат нужно это съесть, это должно стать частью нас. Нужно понимать, о чем мы читаем, нужно размышлять об этом, размышлять о том, что же вошло в нас. Иными словами, мы должны исследовать Слово Божие. Прочитал что-то в течение недели и начни буквально раскапывать это место Писания. Начни размышлять, исследовать его, и потом глубже ты поймешь в шаббат. Бог хочет, чтобы мы изучали Писание. Чтобы наша вера была сильная.
השולחן הזה, שולחן הפנים בגודל שלו, הוא היה דומה מאוד לארון, לארון הברית שהיה נמצא בפנים. По своему размеру стол для хлебов предложения, он был близок к размеру Арона Брит, ковчега Завета. Арона Брит за нахохут шел Элоим. А ковчег Завета – это то место, где присутствовал Бог. Ишуа Маша имуна магиями ашмия, вашмия магиями твар Элоим. Ишуа говорит, что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Им анахну руцим ляамин, ляамин ба Элоим, лякир ото йотер. Если мы хотим верить в Бога, верить больше, то мы нуждаемся в Слове Божьем. Аз зе маше дебарну аля лехем апним. И вот здесь мы говорили, это то, что касалось хлебов предложения, или буквальный перевод хлеба пред лицом его, внутреннего хлеба. А давар аба, ше я немца бы мешкан ацмо за минора. И следующий предмет важный, который был в скинии, это минора. Не хочу, что нахну грам микра, ми сефер байкра, бедюк маша нахну карану чам. И мы вернемся снова в книгу Левит. Нахну микра, аля минора ацма. Левит. Байкра, чисрим барба. Да. Какой стих? Медхала. 24 глава Левита с самого начала. И сказал Господь Моше, говоря, прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого, выпитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Дальше? Кен, вот. Ада. Вне завесы ковчега, откровения, в скинии собрания, Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. Знахно руим, ша эма юма длеким это народ мамаш мукдам бабокер. И мы видим, что лампы, масляные лампы зажигались рано утром. Коль йом. Каждый день. Зая бедюк бо то зман, ша юма вим корбан тамид, маша микра. Это происходило точно в то время, когда приносилась жертва вечная, Курбан Тамид, жертва постоянная. То есть внутри скинии единственный источник света – это была вот эта самая минора. Ишуа омер аль ацмо, ше ани ор аулам. Ишуа сам о себе сказал, я есть свет миру. И далее он продолжает, тот, кто следует за мной, не будет ходить во тьме. Он будет ходить во свете. И вот опять мы видим здесь двойной смысл или даже тройной смысл. То есть Ишуа есть свет для этого мира. И он обращается к нам, ко всем, он говорит, вы, как священники, должны ходить в этом свете. Что же это значит, быть светом язычником? Это обетование, которое Бог дал Аврааму, отцу нашему. Что же это значит, что мы можем стать светом для остальных людей? Или ходить во свете? Что вы думаете? Какие ваши мысли? Есть мысли, что значит во свете ходить? Эй, макшабот? Нет? Ма, просто. Душа. Сходить по Слову Божьему. Лифи двар Элоим. В соответствии со Словом Божьим. Лясот маасим товим. Делать добрые дела. Я фермуот, коль зе бедюк, аль зе медубар. Да, это все правильные ответы, как раз об этом здесь и говорится. Валь макор айхид, ше тохал ясот эдзе за Ишуа Машиах. Но есть всего лишь один источник, благодаря которому мы можем это сделать, это Ишуа Мессия. Ки ло тамид каль галехет баор. Потому что далеко не всегда ходить, далеко не всегда легко ходить во свете. Ве от
יותר קשה לשים את האור לפני אחרים. И еще сложнее это принести свет другим людям. Когда мы смотрим на Леха, мы действительно видим свет Элохим. Когда люди смотрят на вас и видят в вас свет Божий. А зрачки мы находимся в Боге, мы находимся в то зман, а за нас мы ходим льет ор. То есть если мы сами пребываем в Боге, если мы сами проводим время с Богом, тогда мы можем иметь Его свет и нести Его окружающим. И вот мы читали только что, что каждое утро зажигали светильник. И он все время горел, его не тушили. То есть его зажигали снова и снова и снова, не давали потухнуть. И только сам Иешуа может помочь нам измениться. אנחנו קראנו פה, הוא אומר, תביאו שמן זך קטית. И мы читали здесь, он говорит, принесите елея, принесите масло. זך, שזה נקי בעצם. Масло очищенного, выбитого. תקשיבו, מה זה? היו מביאים שמן זית. Ну вот, представьте себе, принесли оливковое масло. אבל כדי שהשמן זית יהיה ממש זך, הוא היה צריך לעבור תהליך מאוד לא פשוט. Но для того, чтобы это масло стало действительно очищенным, чистым, оно должно пройти очень непростой процесс. אנחנו, אם אנחנו רוצים להביא אור לאחרים, להיות אור, ללכת בקדושה, ללכת לפי דבר אלוהים, אנחנו צריכים בעצמנו לעבור תהליך לא פשוט. Точно так же и мы сами, для того, чтобы стать светом для других людей, мы должны пройти непростой процесс очищения. כי השמן אתה לוקח את הזיתים עצמם, ואתה שם אותם וצריכים ללחוץ אותם מאוד חזק, אולי טונות שלמות. И вот что касается оливок, их собирают в деревьях, с деревьев их укладывают много оливок, и потом их давят очень тяжелым прессом. ממש пресс מאוד מאוד גדול, עם גרעינים, עם קליפה, עם הכל. Их раздавливают полностью, вместе с зернышком, вместе с кожицей. Полностью всю оливку. ואז יוצא מזה שמן. И вытекает масло. ואז מנקים את השמן. ועוד פעם מנקים. А потом это масло очищают несколько раз до тех пор, пока оно не станет совершенно чистым. לפעמים כשאנחנו באים לאלוהים, אנחנו חושבים, אני כבר 100%, הכל בסדר אצלי. И часто с нами происходит так, что мы пришли к Богу, и мы сами о себе думаем, со мной все в порядке, я на 100% чистый, правильный, хороший человек. Иногда мы так думаем. А иногда мы думаем, некоторые из нас думают, я ужасный человек. У вас есть талик, что ты должен лавор, где льет наки. И нужно пройти нам процесс очищения. Вы так что, хевра, талих азе, талих моот каше, талих шель пресс, шель лахац. И этот процесс очень трудный процесс. Это процесс прохождения давления под прессом. Шееш мамаш на сибот шель лохцот талеха, микола кивуним. Бывают ситуации, когда разные обстоятельства давят на вас со всех сторон. Авал Элоим осет зе бишвилха, где лештамеш отха, где шата тьет каор. Но Бог использует все эти ситуации для того, чтобы очистить вас, чтобы вы стали чистыми. И если вы сейчас находитесь как раз в такой ситуации, то знайте, что это Бог проводит вас через такой процесс очищения. И иногда такой процесс бывает длительным. Иногда процесс бывает коротким, но таких процедур происходит в жизни человека несколько. У каждого это по-разному. Иногда нужно снять кожуру, иногда нужно вытащить косточки. Но Иешуа — это тот источник, который может дать нам силу, чтобы пройти такой процесс. Потому что он и сам прошел похожий процесс. Он был верен до конца, до самой своей смерти. И потом Бог воскресил его из мертвых.
семель шеля минора. И вот это символ миноры. Есть минора от кольмины смолим ахерим. Есть много других значений у миноры. Аваль бишвилейну бетор коаним. Но для нас в качестве священников хашув лявин шаор за анахну. Важно понимать, что свет и есть мы сами. И вот уже мы сказали, что мы должны нести свет, мы должны нести Слово Божие. והדבר השלישי, מה שהיה במשכן, זה מזבח הקטורת, מזבח הזהב. И вот третья вещь, которая была, когда здесь была картинка, там был алтарь, был жертвенник. שהיו מביאים עליו קטורת. Туда приносили благовония. אני רוצה שאנחנו נקרא גם את הפסוקים האלו. יש שם ממש משמעות מאוד מאוד חשובה. Прочитаем также эти стихи, поскольку есть очень важное значение. Это Исход, 30 глава. Ванахну некра ми пасук 6. Будем читать с 6 стиха. Вот и кри ми пасук 6, перек 30 ми пасук 6. 30. Ми пасук 7 афина. Исход 30, даже с 7. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год, кровью очистительной жертвы, за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великого Господа. Окей, а мы же нахмугам курим по чаю, мы вием это кторет по бокер и по эрев. И вот по-русски здесь написано курение, но на самом деле это благовоние. Благовоние приносили утром, утром и вечером. ופעם בשנה, זה היה קורה כל יום, ופעם בשנה היו עושים תהליך מאוד מיוחד שהיו מקדשים בעצם את, את המזבח הזה. И вот благовония их поджигали, и разносился приятный запах. Вот этот процесс делался каждый день, но раз в году производили нечто особенное. Да, Йом Кипур, бэм. Это происходило в Йом-Кипур, в судный день. Когда первосвященник заходил в святое святое. Он разводил огонь, он брызгал кровью, и таким образом он очищал жертвенник. Мы не хотели говорить по Йом Женя Дибер, вот вамаше от филот чилану. И вот сегодня Женя об этом тоже говорил, что наши молитвы, они подобны вот этим благовонным воскурениям. Арба хайот аю шам, ва скиним шаю миштахавим лифанам. И вот в Откровении написано о том, что четыре животных и старцы, они приносят благовонное курение. Ва кторет азот, зе бэцем тфилот шель колак душим. И вот эти благовонные курения, они на самом деле молитвы святых. Аваль маши ани кшекарат это псуки маэлю, питом мамашки банки галют. Но что интересно, когда я читал эти стихи, я получил откровение. Женя Йом Дибер аль коль мине сугим шель корбанот вамар маза бецем элейну йом азман шанахну макдешим ле Элоим. И Женя говорил о разных видах жертв, приносимых Богу. И он также говорил, что для нас сегодня время также является жертвой. Веколь корбан шанахну мабим, аим за удая, аим за алеля, аим за лёдя, абурхет. И разные жертвы, которые мы приносим, это может быть наше поклонение, наше прославление,
некие жертвы за грех, то, что мы можем пожертвовать ему, принести пред ним. А вот потом, что карати посок тещен, пройти под муна ахерет. Ну вот я прочитал здесь 9 стих, и я увидел иную картину. Омер лот алёла, кторит зара, веоля, уминха, венесах лот исхуала. Не приносите на нем никакого иного благовонного воскурения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, ни возлияния, ни возливайте на него. Кломар, лицад эхад нахну мы добрим, че акторы за тфилот челану. Итак, с одной стороны, мы говорим, что вот эти благовонные воскурения – это наши молитвы. Ванецад чини катув альта алешам тфилято дая, изе мизбе за корбан оля. Но интересно, здесь говорится, не приносите здесь молитву благодарения, потому что это жертвенник. Ло, кизебетем одая за корбан оля. Благодарение – это жертва вознесения, восходящая жертва буквально. Альта виу по минха. Цыган одая, минха, хлебное приношение. Не приносите хлебное приношение, потому что это тоже благодарность. Ломар, коль мы еще дебарну аль одая, коль мене корбано, чем мы самлим это одая, омар аля мизбеха зе альта ви. То есть все жертвы, которые связаны с благодарностью, он говорит, на этот жертвенник не приносите. Потому что цель такого рода молитвы, это очень особенная молитва. Это тфиля шель афга. Это молитва ходатайства. ואנחנו אחר כך קוראים שמדובר על ישוע, שהוא הכהן עליון שלנו, שמפגיע עבורנו לפני אלוהים. И далее мы читаем о том, что сам Иешуа является первосвященником, который постоянно ходатайствует за нас. זה לא אומר שכל מה שג'ניה דיבר זה לא קשור, שזה לא חשוב. Не подумайте, что все, о чем говорил Женя, это не важно. הפוך. Наоборот. כי היה שם מזבח הנחושת. Был другой алтарь, другой жертвенник, сделанный из меди. Чела, видюкаю мы видим, это минха, это курбан уля, это коля курбанот чела ахет. На него приносили другого рода жертвы, хлебные. Коль мы сожжение сипы район, за ее макривим аля мизбеах. То есть остальные жертвы, о которых говорил сегодня Женя, приносили на другом жертвеннике. Вы за я коры юм-юм. И это происходило каждый день. Это наша ежедневная жизнь. Но вот здесь говорится утром и вечером. Особенная молитва, особенное воскурение. Молитва ходатайства. אנחנו מאוד אוהבים להתפלל לפני אלוהים כשיש לך צרה ואתה רק מבקש ומבקש ומבקש. Мы особенно любим молиться, когда у вас есть какая-то проблема, и вы обращаетесь к Богу и просите, просите, просите. פחות אוהבים כשאנחנו מודים לאלוהים. Меньше нам нравится молиться, когда мы благодарим Бога. А вот когда мы говорим о ходатайственной молитве, ну не знаю, как часто мы вспоминаем и молимся такими молитвами. Иными словами, ну это все нормально, молиться молитвами и благодарности, и просьбами, это все адекватные молитвы. אני רוצה שאנחנו נקרא מתהילים פרק 140. Ну давайте откроем псалмы 140-й псалом. בפסוק 2 דוד מתפלל לאלוהים ואומר. Во втором стихе Давид обращается к Богу. תיכון תפילתי קטורת לפניך, משאת כפיי מנחת ערב. Да направится молитва моя, как фимиам. То есть вы говорите здесь то же самое слово «кторот» – благовонное воскурение. «Пред лицо Твое воздеяние рук моих, как жертва вечная». Вечернее. И вот у него есть, он говорит, у него есть молитва, которая как благовонное воскурение. И также есть молитва воздаяния рук, как жертва вечерняя. Аля мизбеах, анехошет, айом увим, корбан, бабокер, вебаэр,
קורבן תמיד שזה סמל בשבילנו של הודיה בבוקר ובערב. Утром и вечером на медном жертвеннике приносили жертву постоянную. Шезе месамель лану бишвилену за тфиля шель одая. Эта жертва для нас символизирует молитву благодарения. Кизе я корбан шель одая. Поскольку это была и жертва благодарения. Авал гам бабокер вебаэр ваомер тфиля шель авгаа. Но также утром и вечером он говорит о молитве ходатайства, которая поднимается к Богу подобно дыму от воскурений благовонных. Когда ты не думаешь о себе, но ты думаешь о ком-то другом. Это одна из важнейших вещей, которые Бог хочет вложить в нас, чтобы мы думали о других людях. Если мы хотим служить Богу и видеть Его славу, то весь этот процесс должен присутствовать в нашей жизни. И я хочу задать вам вопрос. Что было бы, если бы кто-то из священников, из потомков Левия, не принес бы, меньше хлеба в качестве жертвы, или не зажег бы светильник? Что было бы? Ошелоя, макрив, корбан, гамба бокер, гамба эрев, или рак баэрев. Что было бы, если бы он принес жертвенное животное в жертву не утром и вечером, как положено, а только, например, вечером? А им квода дуна я юрет? Ушла бы слава Божия? Да, им квода дуна я нухамшам? Осталась бы слава Божия? Матем кушвим? Как вы думаете? Нет, нет. Возгамет слейну? Вообще хороший вопрос. И то же самое с нами. אני חושב שאם לא היו עושים בדיוק כמו שאלוהים צבא, כבוד אדוני לא היה מגיע לשם. Я думаю, что если бы они не делали все в точности, как положено, то слава Божия не пришла бы и не находилась бы там. כי אם תסתכלו בפרטים של 35 ו-6, מה שקראנו אז, כל פעם כתוב בדיוק כפי שאמר אדוני, בדיוק כפי שאמר אדוני. И если вы снова почитаете главы 35-36, то вы увидите, там написано «Сделай все в точности». Постоянно повторяется эта фраза «Сделай все в точности». И Моисей делал все в точности, и приходила слава Божия. Это называется служение Богу. Если мы, сегодняшние служители, священники, мы служим самому высокому Богу, если мы хотим, чтобы слава, присутствие Божие было в нашей жизни, то нужно делать все по пунктам. 1, 2, 3, 4, 5. Все, что я сказал. Лихоль это твар Элоим. Лильмодото, лахкорото. Кушать Слово Божье, изучать его, принимать его внутрь, исследовать его, копать глубоко. Лявит филя шель одая бабокер вебаэрев. Приносить молитву благодарения утром и вечером. Лявит филя шель авгаа бабокер вебаэрев. Ходатайственную молитву утром и вечером. Литаэр шув вешув вешув очищаться, очищаться снова и снова. И тогда у вас будет свободный доступ к Святой Святых. Мы сегодня не говорили о Святом Святых. Мы не говорили о завесе, которая там была. Но Иешуа дал нам возможность входить туда. И если мы исполняем Слово Божие, то мы и служим по воле Его. Если мы делаем все то, что я описал, то это и есть Его воля.
Ребята, это не просто. Забедюк бедабер альзен шишене дебер хайвим ля абдиш зман лезе. Это именно то, о чем говорил Женя. Мы должны посвящать этому определенное время. Элуим квар амар шезе азман. И вот Бог уже сказал, вот время. Омар, зе бедюк азман ба бокер, зе азман ба эрэв, ва та цех ласот зе, ва цех ласот и дзе, ва цех ласот и дзе. Он сказал, вот есть время утром, вот есть время вечера, нужно делать это и это. Уквар бахар эт азман, ва нотен лану эт азман азе. Он уже, собственно, и выбрал для нас это время и дал нам его. Аим зе якар? Легко ли это? Шум давар легкар? Ничего не легко. Шум бехоль пам царих лейтамец? Каждый раз нужно прилагать усилия. Зе каше. Это тяжело. Авода Адунай, зе кмо коль авода ахерет и каша. Служение Богу на иврите – это работа для Бога. И подобно любой другой работе, это непросто. Авал эфшар ласот эт зе басимха? Но можно делать работу с радостью, а можно с грустью, выбытлуно, и с жалобами постоянно, или вообще не делать. Ну, соответственно, получите результат. Если же все-таки мы хотим видеть славу Божию, если мы хотим служить Ему по Его же воле, то Его слава придет и будет с нами. Мы сегодня пели песню. Леймаце бенехухут от душа шило. Быть в его присутствии святом. Когда немца бенехухут от душа шило. Когда вы находитесь в его святом присутствии. Аколь намаз, аколь намаз, намез. А он говорит, все тает. Аарин немесот немасим. Горы тают. Аарин шель байот, шель хет, шель коль давар. Горы проблем, горы грехов, любого рода горы тают. Может быть, не все понимают смысл этого. Потому что, может быть, не все еще присутствовали в такого рода сильном присутствии Бога. Это не всегда происходит. Это происходит летим рахукот мод. Летим рахукот. Это происходит не всегда, лишь иногда. Но когда вдруг вы ощущаете присутствие Бога, вы чувствуете себя таким маленьким-маленьким. И начинаете понимать все величие Его. И вы уже не думаете о своих собственных проблемах. Ваши мысли уже не в них. Потому что вы чувствуете Его присутствие и то, что Он Господин всего. Он настолько силен, Он настолько может реально сделать все. И в этом присутствии вы находитесь вообще без сил, чувствуете себя слабыми. И может быть... Единственное, на что вы способны в этот момент, это плакать. Потому что приходит некое очищение. Бог показывает вам все. И вы начинаете понимать, что Он настолько велик. И все ваши проблемы для Него настолько маленькие. И по этой причине вы даже перестаете о них думать. И вот нам не хватает таких отношений с Богом. Только когда мы начнем посвящать Ему время, все больше и больше времени, тогда мы сможем ощутить Его присутствие. И сможем принять силу. Но начало всего — это, собственно, сам Иешуа.